Полиция! Примите меры! Примите сотрудник меры, полиции! Вот вам документ, который подтверждает, что это товар наш! Если они вычисляют физическую силу, поступают заявление, а то именно... Хорошо, будете пресекать, правильно? Все верно, все, пресекать будут! Вы знаете 19.3 статья кодекса? Совершенно. Хочу выразить охране личную благодарность. Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов, и вы на канале общественного движения «Дорожный контроль». Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и, конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. Проблем нет, все уже есть. Я понимаю, как хотите. Не против. Все, мы можем дальше действовать. Я подойду. Я запрещаю. В смысле вы не запрещаете? Вы можете? Выносите. Понятно, что... Все, вам документы показали, они выносят свое имущество. Зачем? Разве не так? А зачем? Потому что она ответственна. А за что? А если вы сейчас будете свои вещи отсюда выносить? Подождите, если вы будете свои вещи можно вопрос, вот подождите, у вас есть договор аренды, правильно? Есть. Можно, если не знакомы? Он что, каждый раз будет бегать наверх, что ли? Ребята, выносите. Хватит, герой, заниматься какой-то. Вам было, в смысле, он уже документы показали. Ребята, смотрите, Подождите, граждан, вы не препятствуете. Мы тоже с вами позволяем выполнять. Зачем? Я хочу ознакомиться. Зачем он? В смысле, я могу, вот вам, вы показали, вы попросили это сделать. А что там по договору данному написано? Скажите, пожалуйста. Там не написано, что я не могу выносить отсюда свои вещи. Но это со сложной сумкой. Она вообще не имеет отношения к какой-то женщине. Охрана! Сотрудник полиции, примите меры! Руки убрали отсюда, я забираю свое! Примите меры, сотрудник полиции, примите меры! Угомоните охранника! Примите меры! Сотрудник полиции, Сотрудник полиции, примите меры! Полиция! Примите меры! Сотрудник полиции! Бездействие! Вы что бездействуете? Сотрудник полиции! Я забираю свое! Что происходит? Логер новый, вот, Воронеж! Примите меры! Я снимаю тебя незнание вообще! Я хозяин товара! Взяли договор! Да он вам не нужен! Зачем вам договор аренды? Для чего? Вы кто? Вы попросили! Операцию! Но от вашей глупости просто... Вот мои, я не понимаю, вам показали! Вот вам документ, который подтверждает, что это товар наш! А я хочу аренды договор! Почему он? Нет! Вы не кричите на меня! Да вы глупостью занимаетесь! Хорошо! Вообще его надо уволить! Вы можете сделать так, чтобы... На ваши жалобы будут составлять дружным коллективом! Хорошо! На ваши действия и бездействия! Сделайте так, чтобы люди отошли от меня! Я имею полное право. Да вы имеете, вы сейчас, я вам говорю. Я вам говорю, принесите. Можно потише? Нельзя, вы ничего не делаете. Вы просто бездействуете, вы понимаете? Хорошо. Вы нарушаете уже. Хорошо. Раз вы не можете, давайте вызывайте, кто может. Ну вы посмотрите. Да вы повернитесь. Что вы глаза закрываете на все происходящее? Мне машины банально стоят. Я вам вопрос задаю, почему вы глаза закрываете на происходящее? Что? Почему меня не пускают? Почему вы не пускаете? Почему?
Я вам объясню. Вам документы показали уже! Нет, успокойся. Вот они, реальные документы. Вот мои документы. Документы на товар. Вот все, вот я по описи все забираю. Это составлялось при присутствии понятых. И Лариса Валерьевна это видела, и все видели, что вот сколько тут моего товара. Все тут ставили подписи, это я не брал с воздуха. Вот я согласно этого принимаю, забираю весь свой товар. Если они считают, что я им должен, ради бога, через суд мы в правовом государстве живем. Пусть подает суд. Суд решит мне выплатить, я выплачу. Я не отказывался, я говорил, 60 тысяч на охрану я оплачу. Она не захотела. Он не работал 2 месяца. С 26 марта я не работал. А они сейчас мне выставляют счет. Ты помолчи, иди на улице покури лучше, видишь. Разрешите. Сейчас. Ответственный? Да, он ответственный называет. Но он, видишь, сам он некомпетентен абсолютно. Он вообще зеленый. Ну, вообще, по-моему, прикался образованием. Можно, конечно. Не препятствуйте прохождению. Ради бога, мы сюда никого не все продавайте. Можно договориться без эмоций. Зачем эмоции? Так, эмоции это с вашей стороны. Да, ну как они эмоции? Тем более, с вашей стороны. Я сейчас сотрудник полиции. Я тебя прекрасно слышал. Ты же нормально слышишь, и я тебя нормально. Ну давай нормально. Я просто в шоке от сотрудника полиции, честно говоря. Я так и пишу, не встречал. Кого-то 3 класса образовательного. Я за все время. Они первого сотрудника. И видели бы, на Авито есть объявление. Требуются полицейские. Они сейчас полицию набирают по объявлению. Так вот дело. Вот сейчас можно по объявлению. Давайте без лишних комментариев. Вы тоже стоите здесь, угораете над человеком. Ну мало ли он не сориентировался. Чего вы теперь напали? Не сориентировал. Его предупреждали сразу же об этом. Нет, я сказал, меня будут убивать, он не сориентируется. Это что я буду делать тогда? Как ты много разговариваешь. Стремиться к этому, а сейчас можно по объявлению. Давайте без лишних комментариев. Ну что вы стоите здесь, угораете над человеком. Ну мало ли он не сориентировался. Чего вы теперь напали? Его предупреждали сразу же. Нет, я сказал, меня будут убивать, он не сориентируется. Это что я буду делать тогда? Пройти нельзя? Инспектор, вы долго будете писать? Мне товар надо грузить, у меня машины по найму стоят. Есть закон, где должна крашка. Что нам делать? Там вы приносите. Если ваш товар, насколько я понимаю, вы его выносите. Можно. Если будете препятствовать, охрана, принять физическую силу, поступит заявление, я опрашивать буду вас, фиксировать это заявление, посылать его в отдельный, то есть Вы препятствуете тому, что я не препятствую в данной ситуации. Вот вам объясняю. В смысле, вы не будете принимать меры? Нет, не препятствую, потому что выносу. А выносу не препятствуете. Да, а если они будут препятствовать выносу? Я вам объяснил то, что если они препятствуют. Вы прекратите применение физической силы. Если они исчисляют физическую силу, поступает заявление, а то именно. Хорошо, будете пресекать, правильно? Все верно. Все, пресекать будут. Выносим. А сейчас договор фотографируют и все. Если будет препятствие, вы сразу громко заявляете сотруднику, чтобы он принял меры. Значит, он принимает меры, соответственно, препятствие прекращается. И выносим. Можно? Все, сотрудник полиции пояснил четко. Надеюсь, будет слова с делом не разойдутся. Пойдем, искусил, я вам сказал, смысла нет. Нет, абсолютно верно. Вы можете потребовать. Вы знаете, 19.3 статья кодекса. Поэтому вы вправе ее применить. Так что мы делаем? Отлично, сейчас договор сейчас. Сейчас, да. Смысл в чем? У него он наделен полномочиями. Есть административная статья такая, 19.3, часть 1 Кодекса административных правонарушений. Это неповиновение закону требований сотрудников полиции. Да, то есть, статья. Если есть противоправные действия в отношении вас, то есть применение физической силы, что он делает? Он требует прекратить их. Если не прекращает, он принимает к ним меры физического задержания. Соответственно, 19.3, вытекающий в отдел и до 15 суток арест. Кстати, надо им сказать, пусть лифт включат. Что-что? Инженер лифт выключил. Да они сейчас скажут, что обесточено там или что-то, еще да, поломка. Сейчас еще надо они сейчас придумают, что. Пока прервемся, что. Ты вот это он тупой, сука!
никогда не задерживал. Вот, я не знаю, вот может, тютелька в тютельку была. Это она, я не знаю. Ну, сейчас почему у вас такие разногласия? Да как? А потому что она выставляет счет на аренду. За что я должен платить, если торговый центр закрыт? Сколько времени? А как с ней решить? Не было возможности забрать, препятствовали. Нет, она не может решить, не вырежет, не может. Я не пойму. Так у нее есть право в суд подать, и все там взыщет, если она права. Почему не поддают? Почему он там раньше не забрал? Почему? Так он приходил, хотел забрать, в том-то все дело. Они давали. У нее есть право в суд подать, и все там взыщет, если она права. Ну почему не поддают? Почему он там раньше не забрал? Почему? Так он приходил, хотел забрать, в том-то все дело. Они давали. Все ну, подожди, ну сейчас же вы препятствуете, и ранее препятствовали. Да ну как, ну представляешь, вот я на работе дохожу, представляешь, будут сейчас выносить все, кто ну, захочет. Ну если он с документами, вот ты знаешь прекрасно магазин, его. Вот твой магазин. Ты знаешь, что он здесь работает? Вот твой магазин будет. Я не знаю. Предпринимательскую деятельность. Но у него есть документы. У него соответствующие документы. Это вот достаточно. Это вот с администрацией. Почему столько диванов? 9 изделий было продано. Почему она не разрешила вынести договора? Люди пришли, забирали свои деньги. Ну это мы будем дальше. Это все доведу я до суда. И все как полагается я буду делать. Пожалуйста. Конечно, так это же вот он мебель забирает, а потом уже начнутся гражданские права. Привыкли, все как этот есть. Возьми галерею Чижова. Блин, обеспечительный платеж людей вернул. Открыл двери, говорит, кого не устраивает, освобождайте, ради бога, не копья денег. Град Сити полностью снял. Максимир вообще аренду убрал с ИПшников. А тут, видите ли, надо ей пополнить. Ну, в Крыму дачу же она там, гостиницу в Крыму строит, наверное, денег не хватает. Ну, это не столь важно уже. Это не наша проблема. Дел каждого. Ну да. Что, все хорошо? Сейчас идет. С документами все знакомился, фотографировал. Послушайте, физическую услугу вы можете принять, если вашему требованию не подчиняются. Нет, разговор не об этом был. Я понял, ладно. Если здесь понадобится. Так, все? Убедились? Документы предоставлены вам? Да. Да, все? Можно выносить. Сейчас, секундочку, сейчас нам скажут. Мы выпустим. Там еще даже сказать, да? Ну, конечно. Я же на работе нахожусь. Ну как, тебе инспектор говорит, МВД, как это на работе? Мне инспектор МВД ничего не говорит. Скажите, мы можем выносить? Я вам не запрещаю. Все, нам никто не запрещает. Этого достаточно. Вернусь. Да. Если вы поясняете, что это ваше имущество. Да, вы документ соответствующий получили. Они могут свое там магазины, три магазина. Там три арендатора остались. У нас наши арендаторы вокруг подписали, тех, что мы участвовали вещи, а не вот арендаторы, а? Они расписали. Вот они соседи ваши, вот где они есть? Документы, я ваши должны тоже предоставить. А они расписались, поэтому все конечно, наши соседи расписали. Да, там ваша инвентаризация. Нет, они расписаться могли в данный момент, и они же там не находятся. Они там находятся, все соседи. Там не все находятся. Там не все. Нет, те расписались, кто нужен, те расписались, все нормально. Расписаться, они могли расписаться. Дело в том, что сейчас здесь на данный момент никого-то не присутствует из собственников мебели. Мебели. Ее же можно просто у соседей взять и вынести, правильно? Послушайте, если документы, напишут, да, вы напишите заявление, точнее, да, представитель, и есть установлены лица, все нормально. Лица, поэтому как бы здесь никаких проблем. Нет, заявление, да, будет, все это фиксировано. Заявление не будет на кого писать? На охрану, о том, что охрана... Что не на вас. Здесь были люди, на меня напишут, Серов Вадим Юрьевич. Зачем? На меня напишут. Я готов принять на себя вообще все беды. Вот, так же фиксируется, тут не одна видеокамера, поэтому все есть. Хватит. Меня сажайте меня в тюрьму. Инвентаризация, вот наши соседи.
Соседи, это кто? Кузнецов. Так. Сергей, Саша. Кузнецов, да. Фамилия, инициал, да? Кузнецов. Номер телефона нет? И вот, это никто рядом с вами, как его зовут. Это у меня, нет. Что это? Рядом. Я понял, кухня. Что здесь написано? Все, инвентаризация, это весь список моими. Они подписались, да, это то, что мы забираем свое. Вот это вот они тоже наши соседи, вот эти. Бля, ну это на грамоту, честно говоря. А как, я может, блядь, документы мне за это подготовить у нотариуса? Сюда их позовите, кто? Ну это, ну, значит, во-первых, там нет. Нет, у меня такой обязанности, все нормально. Если вдруг что пропало, заявление напишут на меня конкретно. И я тогда дам объяснение в видео. Если что, я виноват во всем. Вот, смотри, вот. Каждый товар. А, есть, да? Да, товар. Каждый товар, да, у тебя? Да, конечно, весь, все, все, что есть. Все, вот он. Хочу выразить охране личную благодарность за все-таки здравый смысл. И вообще, ребят, молодцы. Правильно и в правовом поле действуете. Молодцы. Они расписались там в акте. Расписаться можно, я говорю, в данный момент, в данный момент уже не присутствуют. Но если они уехали отдыхать, что мы их будем ждать? Нет, в данный момент, они уехали отдыхать, но вы же можете так же взять, просто лучше приведемся. Ну, потом это еще продавцы. Ну не, они расписались как бы, ну, дальше. Потом вопрос к нам. У вас претензии какие-то есть? Нет, нет. Телесных повреждений, ничего, нет, ничего не снилось. Все хорошо. У меня нервы. Я просто должен спросить, как. А, я понял, не вопрос. Хочу отдельно выразить благодарность сотрудникам охраны. Да, был конфликт, благо он разрешился цивилизованным способом, и все в рамках правового поля себя повели. Сотруднику полиции, хоть он не совсем в начале и вообще в принципе во всем этом мероприятии себя, по моему мнению, адекватно повел как сотрудник полиции, ну точнее неадекватно не совсем, сотрудник полиции все-таки смог прекратить противоправные действия в отношении предпринимателя, которому препятствовали забрать свое имущество. В общем, все, слава богу, и хорошо. Друзья, если ваши права были нарушены, то вы можете обращаться к нам, и мы реализуем ваше право на защиту. Всем до новых встреч. Здравствуйте! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте. Как поживаете? Скажите, пожалуйста, можно вам руку пожать? Скажите, как у вас бизнес? Нормально? Вы никого не обманываете? Абсолютно нет. А вы? Не, просто нет. А мы-то вообще, в принципе, априори такого не делаем. Скажите, к вам можно будет в гости как-нибудь зайти? Конечно. Все, я хорошо. Спасибо большое. Вы спросите вообще, кто это такой и почему я с ним поздоровался, и почему я назвал его обманщиком. Вы сейчас сможете убедиться в том, что он совершал противоправное действие, посмотрев по ссылке видео. Ссылка это в описании, под видео будет. С удовольствием посмотрите. Ну а теперь итог. Сотрудники полиции считают, что так можно поступать, как поступает торговый центр Европа, точнее руководство. Мы получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Установил. 29.05.2020 года ВП номер 8 у МВД России по городу Воронеж поступило заявление от Фарсиян Артура, в котором она просит провести проверку по вопросу законности действий ООО «Солей», которые лишили его доступа к принадлежащему ему имуществу. Ну, у них, понятное дело, опечатка, это они любят. В ходе проведенной проверки установлено, что 1.02.19 года между ИП «Фарсиян» и ООО «Солей» был заключен договор аренды нежилого помещения на 4 этаже дома 123 по улице 20 лет Октября города Воронежа, по условиям которого в пользование «Фарсиян» было передано во временное владение и пользование за плату нежилое встроенное помещение общей площадью 280 квадратных метров, расположенное на 4 этаже торгового центра «Европа» по адресу город Воронеж, улица 20 лет Октября, дом 123. Торговая деятельность по указанному адресу осуществлялась в «Фарсиян» до 4.04.2020 года. Платежи по арендной плате и платежи по оплате электроэнергии, услуги по охране оплачивались, со слов «Фарсиян», своевременно, не позднее 25 числа каждого месяца. Задолженности перед ООО «Солей» по платежам не было. В соответствии с указом губернатора Воронежской области, торговая деятельность «Фарсиян»
03.04.2020 года была прекращена, в связи с чем, не получая доходов от торговли, Фарсиян не мог оплачивать аренду, плату и прочие платежи по договору субаренды. И 18.05.2020 года он письменно уведомил субарендодателя ООО «Солей» о расторжении договора и намеревался вынести принадлежащее ему имущество из торгового центра «Европа». Но 20.05.2020 года его лишили доступа к арендуемому помещению, в котором находился принадлежащий ему товар на общую сумму 2 миллиона рублей и личные вещи. Также был установлен замок на входе в помещение, то есть фактически ограничили доступ. Руководство ООО «Солей» прислало письмо, в котором требовало погасить задолженность по просроченным платежам по арендной плате и другим платежам. Также было указано, что только после этого он получит возможность вернуть принадлежащее ему имущество. То есть фактически они подтвердили удержание этого имущества, то есть свои противоправные действия этим письмом. Данный факт и послужил поводом обращения в полицию. Также Фарсиян пояснил, что часть мебели ему уже продана покупателю, и в настоящее время он не может доставить вышеуказанную мебель заказчикам, так как Иконникова препятствует вывозу его имущества. Считают, что действия Иконникова усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 330 Уголовного кодекса, и просит привлечь ее к уголовной ответственности по данной статье, так как в ходе противоправных действий Иконниковой ему нанесен материальный ущерб более 300 тысяч рублей. Опрошенная по данному факту администратор арендного отдела торгового центра «Европа» Иконникова Лариса Валерьевна подтвердила, что руководство ООО «Солей» после оплаты платежей готово предоставить имущество Фарсиян, но до этого момента запрещает Фарсиян вывозить надлежащий ему товар. Также пояснила, что доступ к своему имуществу Фарсиян имеет и неоднократно приходил и осматривал принадлежащий ему товар. 3.08.2020 года в УП номер 8 УМВД России по городу Воронеж поступило обращение от представителя Фарсиян Белкина, что сотрудники ТЦ «Европа» запрещают вывозить товар собственника. В ходе проведенной проверки установлено, что 3.07.2020 года примерно в 14 часов 30 минут Фарсиян совместно с Белкиным прибыл в ТЦ «Европа», расположенный по адресу город Воронеж, 20 октября, дом 121, с целью забрать принадлежащее имущество Фарсиян, которое незаконно удерживала администратор ТЦ «Европа» Иконникова ЛВ. Но сотрудники службы безопасности ТЦ «Европа» стали препятствовать этому и указали, что сначала необходимо оплатить аренду. Данный факт и послужил поводом обращения в полицию. Также установлено, что в дальнейшем Фарсиян забрал принадлежащий ему товар и вывез его. Опрошенный по данному факту представитель службы безопасности вышеизложенное подтвердил. Учитывая вышеизложенное, между ИП «Фарсиян» и администратором ТЦ «Европа» Иконниковой усматриваются гражданско-правовые отношения, которые урегулируются в рамках гражданского судопроизводства. Постановил отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершенном преступлении. Вот это, я считаю, беспредел со стороны сотрудников. И у нас так по каждому делу. В Воронеже сотрудники полиции не хотят работать, их нужно заставлять. Видите ли, они не усматривают признаков преступления, ни состав вообще ничего не усматривают. Ведь предпринимателю нанесен значительный ущерб, более 300 тысяч рублей. И это подтверждается соответствующими документами, которые были также приобщены к материалу проверки. Вы понимаете, что такими действиями сотрудники полиции, которые принимают такие решения, вы порождаете произвол и беспредел правовой. Это недопустимо. Будет подана жалоба на данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Итог-то будет все на один. Но просто ответственность у всех будет разная. В отношении граждан неправомерные действия. Это вам недостаточно? Делаю сообщение об этом. А за что вы с меня аренду деньги берете, если торговый центр закрыт? Вот он официально закрыт. За что я должен платить, если ты сам видишь, да? Мы не торгуем, мы не работаем.